Меня зовут Лэнс Донни. Я основатель CEO On Farm. Мы делаем корпоративный сервис для фермеров. Он помогает фермерам принимать более обоснованные решения о том, когда поливать посевы, сколько нужно воды, как можно оптимизировать расход электроэнергии, удобрений, рабочей силы, воды. Мы используем данные из датчиков и из нашего облачного сервиса, чтобы помочь фермерам. Это решение для больших ферм от 50 гектаров и больше. Датчики, которые используются в сельском хозяйстве, это датчики влажности почвы. Они закапываются в землю и измеряют количество доступной для растений жидкости. Датчики температуры, солености почвы, метеорологические датчики и сенсоры, которые устанавливаются прямо на растения. Наша расчетная система интегрирует данные с датчиков и из облачных хранилищ в реальном времени. Мы собираем информацию с датчиков постоянно, 24 часа в день. И свободная база данных доступна для клиентов с любыми устройствами. Мобильными телефонами, планшетами, компьютерами. Где бы они ни находились, если у них есть доступ в интернет и браузер, они могут воспользоваться нашим приложением и получить доступ к своим данным. В сельском хозяйстве за последние несколько десятилетий произошли значительные перемены. По всему миру проникновение высоких технологий в жизнь выросло в разы. Цены на такие технологии упали, а спрос на сельскохозяйственную продукцию вырос. Самая актуальная сфера сегодня — разработка информационных решений, которые позволяют фермерам принимать более разумные решения. В ближайшем будущем интерес будет представлять обработка Big Data. Будет доступно множество данных о том, что происходит с посевами от момента посадки до сбора урожая. Сколько воды было получено, какой был график полива, сколько удобрений было использовано и как часто они использовались. Интересно будет проанализировать такие данные. Результаты анализа позволяют фермерам по всей планете более эффективно заниматься сельским хозяйством. Мы работаем с фирмами из России и с компаниями из Африки. Россия — это развитый рынок с большим количеством сельскохозяйственных компаний, работающих на высоком уровне. Это отличный рынок для нас. А Африка — развивающийся рынок, перспективный. Там сейчас появляется много сельскохозяйственных предприятий, которые в основном организуют иностранцы, и им всем нужны технологии. Так что использование технологий в сельском хозяйстве растет не только в Калифорнии, США и Европе. Технологии подешевели по всему миру и доступны не только развитым, но и развивающимся странам. И высокие технологии на этих рынках будут использоваться все больше и больше. План Б на сайте rbk.ru.